Привет, друзья! Привет, я рада, что кто-то ко мне присоединяется, потому что знаю, что у многих идут эфиры сегодня в ходовое время в 7 часов, но у меня сегодня задача... Здравствуйте! У меня сегодня задача просто порисовать, провести хороший, теплый рисовальный вечер. Подождем немножко, пока присоединятся. Я надеюсь, что все видели референс у меня в сторис и сделали себе скриншоты, если вы хотите рисовать со мной. Но мы будем возьмем за основу только само окошко, то есть форму окна, внутренность окна. Но сделаем картинку намного ярче, праздничней, торжественней. Добавим еще снежочка, новогоднего такого, новогодней атмосферности. И нарисуем такую красивую открыточку окошко новогоднее. Так мы будем периодически встречаться. А на следующей неделе у меня уже будет эфир на платформе. На платформе школы V-School. Кто был на моем мастер-классе, на моем вебинаре, который был в пятницу, можете помахать ручкой. Очень рада всех видеть, вижу, что присоединяются. Ну, значит так, смотрите. Я сейчас возьму, распечатала я себе этот референс, это окно я сфотографировала, когда была в Литве. И там, конечно, красоты столько, прям каждое окошко, старый Вильнюс, он очень такой, очень старый, очень-очень старый, прямо он весь разваливается, если честно. Даже для меня это было... днем смотреть на старый... Да, я буду сохранять, ну, как получится. Я сегодня эфир веду с телефона мужа, у него новый телефон. Должно быть и качество звука отменное, и качество изображения должно быть отменное. Вот, ну, много говорить не буду. В общем, расскажу вам о референсе. Его я взяла в Вильнюсе, сама сфотографировала это окно, но оно просто очень уютное. Вот этот свет изнутри... проникает, плюс лампочками украшены цветочки у окна, красивый бантик. И там практически все так украшено, очень красиво. Но особенно красиво, красив Вильнюс именно, когда уже темно. Потому что днем оно все как-то очень перебивается с... какой-то все такое разбит такой город. Я как-то в этот раз, сколько я уже там много раз была, но первый раз я провела очень много времени именно в дневное время там. То есть мы гуляли с мужем и смотрели, и, честно говоря, конечно, контраст, когда дневной Вильнюс и ночной просто весь горит. И старый этот город, и куча костелов, и... освещение, там, конечно, инсталляции очень красивые. Вот, ну, давайте начнем рисовать. Я не хочу сильно долго, чтобы мы тут с вами задерживались, чтобы мы просто в удовольствие порисуем это окошко. Ну, я решила, что это будет у нас открыточка, поэтому вот я сразу отмеряю подтекст. У меня нет образца текста, я это просто сделаю текст, напишу надпись такими обычными простыми буквами, не рукописными, а такими более жесткими. Ну, мы сейчас увидим, потому что с рукописным пока что у меня не очень все хорошо. Я, как всегда, по традиции лист наш расчерчиваю, чтобы мы видели центральную осевую линию. Наше окно, оно симметричное, и мы будем придерживаться центра. И задаем сразу форму нашему окну. Оно будет у нас достаточно такое небольшое. Размеряем. Ну, как правило, вообще нужно брать пропорции, но мы не будем сейчас сильно на этом. То есть рисуем прямоугольник. Это будет наше окошко. Смотрим. Немножко будет у нас тут... Так, что-то запиликало. Так, сейчас посмотрим, как идет наше окошко, да, вот оно такое, оно идет разделено, тут практически идут такие квадратные формы, разделено на оно на четыре такие части равные, можно немножко его пошире, или вот немножко вот так делим, и здесь у нас еще идет
часть. Это тоже окошко. Сейчас мы прорисовываем само окно. То есть там, где у нас рамы и стекла прорисовываем. А потом мы дорисуем уже... Сейчас попиликает, мне просто пишут в директ, и оно очень громко срабатывает. У меня еще тут перед глазами компьютер. Я себе с Литвы привезла наконец-то стол. Я так рада всех видеть. Прям здорово, что вы присоединяетесь. Кто-то присоединяется, кто-то, возможно, будет потом в записи рисовать. Значит, смотрите, вот эта центральная часть, она такая достаточно массивная, широкая. Мы ее так и прорисовываем. Вот она широкая. И вот эта центральная часть у нас тоже достаточно широкая. Прорисовываем. То есть строим нашу раму, чтобы она была у нас правдоподобной и живой. Вот наша рама. Здесь у нас уходит, уже будет у нас глубина, да, по законам перспективы. Поскольку уровень глаз находится у нас ниже этого окна, ну вот практически где-то вот здесь я, наверное, даже, наверное, еще ниже. Я где-то здесь вот фотографировала, но я поднимала фотоаппарат. Где-то мой уровень глаз вот здесь находится. Поэтому тут за цветами мы вообще ничего не будем видеть практически. Тут у нас будут цветы. Так, и здесь у нас тоже будут цветы. А прям пятнами вот такими вот себе намечаем, да? Не прорисовываем ничего. Здесь у нас идет уже внутренняя, вот это идет наша глубина оконного проема. Да, отмеряем его. И вот здесь тоже у нас идет наш оконный проем. Смотрим, здесь немножко такой как бы оскол идет, какая-то неровность. Но мы опустим это, не будем углубляться. У нас будет такое красивое праздничное окошко и такая кирпичная кладка. Очень красивая. Так, здесь вот так. И здесь у нас будут уходить кирпичики. Да, и вот практически где-то вот, наверное, где-то здесь на уровне глаз. То есть смотрим, да, по законам перспективы, как у нас уходят кирпичики. То есть они идут сначала здесь вот так. Ну, сейчас пока давайте достроим, как там у нас устроено. И вот здесь уже идет, именно уже идет такая внешняя часть. Наша кирпичная кладка. Мы ее тоже прорисовываем. Прорисовываем. А здесь просто вот... Здесь просто уже идет обычная... Здесь такой вот обычная кирпичная кладка. Мы ее потом прочертим. Сначала мы сделаем внутри. То есть достаточно такой мелкий кирпичик здесь. И можно, в принципе, посчитать, сколько по высоте у нас кирпичиков умещается. Да, смотрите, я вот здесь вот распечатала в ужасном качестве. У меня принтер уже, чернила заканчиваются. Если вам видно, мы прям считаем, сколько отсюда до сюда у нас примерно размещается кирпичик. Вот по этой внешней стороне можем посчитать, потому что, вы же понимаете, да, кладка идет. Вот он кирпич, вот он целиком идет кирпич. Как оно все уложено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Вот до сюда, даже ниже идет у нас. До цветов это 14 кирпичей. Вот они здесь. И практически мы должны разбить, но на 14. Ну, может быть, прям 14 не будем. Сделаем немножко их побольше, кирпичики. Но кирпичная кладочка должна... Все-таки хорошо читаться, как на референсе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, глаз-алмаз называется. Практически я вот угадала. Уже там какие-то мелкие погрешности. И теперь смотрите, как дальше. Вот интересно. Вот это вот, то, что я вам показывала, мы это подтираем, да? Вот у нас идет угол, понимаете, да? То есть это идет фронтальная стена к нам. Она в перспективе, естественно, никак не меняется, потому что она к нам находится лицом, скажем так. А вот уже вот эта стена, она уходит в перспективу.
И все параллельные вот эти линии, которые находятся друг против друга, они сокращаются в перспективе по законам, да? И вот они сокращаются вот таким вот образом. То есть вот они уходят сюда, пока что вот даже сильней. И мы их вот так, то есть это у нас кирпичи. Вы понимаете, что это объемный кирпич, кладка. То есть этот кирпич, который у нас заложен здесь, он продолжается и вот здесь. И вот мы прорисовываем. То есть достаточно хитрая такая система, интересная, то есть практически вот мы, и вот ближе к уровню глаз, да, наш угол меняется, он выпрямляется больше туда вот к 180 градусам, потому что где-то здесь, допустим, у нас, или где-то здесь у нас линия горизонта. Вообще, конечно, хорошо ее намечать, тогда вы будете на нее ориентироваться. Но, в принципе, вот здесь я уже неплохо так прорисовала. Продлеваем наши линии. Дальше. Вот, и потом мы, сначала мы вот основное, здесь, в принципе, будет как бы в зеркальном таком отражении. Видно все хорошо, слышно хорошо меня? Привет всем, кто присоединился, очень рада всех видеть. У нас сегодня такой рисовальный вечерок, может быть, немножко и познавательный, потому что кирпичики порисовать из проема окна достаточно интересное занятие. Кажется, вроде бы просто, что там это окно нарисовать. Но все-таки в каких-то конструктивных моментах разобраться стоит. Привет. Пишите, хорошо ли меня слышно. Ну, наверное, хорошо. Раз никто не пишет, что не слышно, должно быть хорошо. Главное, чтобы было хорошо видно. Вот это самое главное. И как мы, смотрите, можем перенести это все дело и сюда. То есть вот у нас... Раз, ставим те же засечки этих кирпичиков, да, чтобы у нас все, у нас же все-таки дом строили грамотно, значит, здесь все должно соответствовать. Вот, примерно можно даже, если вам пока сложно по первому времени, вот прорисовывайте, заодно научитесь рисовать ровные линии, это очень важно. И когда вот начинаете обучаться, начинаете с того, что надо разрабатывать руку, рисовать полностью, полностью рукой, подальше держать руку от самого, не вот так вот мы держим, рисуем, а держим мы вот все-таки вот так, да, и с размахом прорисовываем ровные линии. Это мы с вами намечаем здесь кладку кирпича. Потом мы это все будем немножко... подтирать лишнее. Ну, посчитаем сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Где-то здесь будет наш 14-й кирпичик. И здесь точно так же. Но, опять же, вот эти линии, они у нас идут куда-то к точке схода, да. Здесь можно тоже это все проверить. Но пока что мы это делаем на глаз. Если быть точнее, можно... по вот этим линиям, по самому референсу определить, где точка схода. А раз мы определим точку схода, то мы можем определить, высчитать и линию горизонта. Но здесь уже ладно, я не буду это все прорисовывать, потому что мы уже половину нарисовали. Но я думаю, что суть вы понимаете. То есть вот эти линии, они идут все к пересечению, куда-то к какой-то точке схода. Возможно, если у нас я намечала вот здесь, то, видите, можно было их еще более такими вот завернутыми. Но я все-таки вижу, что она где-то выше, судя по кирпичам. То есть там сложно мне сказать, насколько я там поднимала руки и фотографировала это окно. Ну вот мы прорисовываем. Прорисовываем вот так немножко наши кирпичи. И сводим их практически вот здесь, где-то они уже будут практически так вот выравниваться. И продлеваем нашу кирпичную кладочку и потом понаблюдаем, как кладка это здесь происходила. Мы тоже снимали номер в гостинице, и у нас была раскрыта, я кто смотрел в сторис, у нас была раскрыта стена. И эта стена, скорее всего, это было какое-то окно, то есть это было здание отдельно стоящее, и, скорее всего, вот это, она внутренняя стала уже сейчас стеной, раньше она, наверное, была наружная, и там был проем окна.
и проем двери большой, широкой. Возможно, ну, что там было сложно, конечно, сейчас сказать. И вот этот вот древний камень, старый, я не знаю, сколько ему там сотен лет. Я первый раз вот с таким интерьером была в гостинице. Ну, так интересно достаточно. Здесь вот эти камни, которые идут внутренние, они тоже все идут к нашей точке схода. Вот если взять, допустим, ну, давайте попробуем. Если мы сделаем точку схода, то видите, она сильно у меня высоковато получилась. И вот эти все линии, вот точка схода, получается здесь линия горизонта. Но это по моим вот этим вот нарисовкам. На самом деле все-таки линия горизонта где-то ниже. И вот эти все линии, они все параллельные, стремятся к этой точке схода. То есть вот здесь оно должно быть более такое сокращение, угол больше. Вот эти все линии, они тоже идут к этой точке схода. Куда-то они стремятся к центру композиции. Ну, вот здесь я ее не буду, чтобы вас не путать. У меня она где-то здесь все-таки. Просто что вот так вот оно где-то как-то так должно быть. Сейчас мы прорисуем. Ну, вы должны просто эту точку схода иметь в виду всегда. И вот здесь эти кирпичи точно так же. Здесь они такие большие. Даже, наверное, вот эту арочку нужно немножко ее укоротить. Здесь идут торцы кирпича. Они не будут такие размашистые. Вот так. Сокращаем. Вот у нас получаются такие вот. Потом мы уже выделим швы. То есть тут помимо того, что кирпичики, еще идут шовчики, на которые, то есть крепится. Вот у нас получается такой проемчик. Вот такой кирпичный. Потом он не будет так сильно выделяться. Это сейчас мы его намечаем, прорисовываем. А вот уже здесь наши кирпичи идут обычной кладочкой. Здесь тоже идет шов, достаточно такой приличный, он виден, читается. Где-то швы идут вот эти между кирпичами шире, толще, где-то тоньше. Но главное нам передать вот эту вот атмосферность. Сильно в скетчинге тут особо прорисовывать каждый кирпичик мы тоже не будем. Передадим. Теперь достраиваем окошко. Так, здесь у нас идут уже такие поуже полосочки. Тут у нас где-то идет центральный. Но тут практически ничего не видно. Но мы сделаем так, чтобы было видно хоть что-то, чтобы наша открыточка была все-таки такой больше у нас будет акцента на зелени, тем более зелень будет у нас на переднем плане и очень само живописно. У вас все нормально? Эфир идет, а то что-то у меня приостановилось. Так, прорисовываем опять же центральную и здесь. И вот здесь. Тогда у нас окно будет ровненько. Прорисовываем все, все симметрично. Сразу определяем симметричность нашего окна. Где что шире, где что больше. И просто все прочерчиваем. Вот так. И вот здесь
Здесь уже будут у нас шторки уходят красивые. Тут немножко видны. Здесь посередине стоит какая-то большая керамическая ваза. Мы практически различаем только блики и силуэт. Где-то тут она вот так стоит. Она тоже симметричная, ее тоже надо достаточно так продумать, как она у нас тут идет, чтобы она была у нас похожа на вазу. Она симметрична. Уже не будем мы тут овалами заниматься и таким сложным построением. Но, тем не менее, следить за ее формой, чтобы она читалась, стоит. Так, тут ваза, тут... Она даже здесь немножко не доходит, да? Все сравниваем, где что, как оно идет в окне. Вот эти вот окошки маленькие, они нам будут таким, как тетрадка в клеточку. Здесь идет там потолок, мы видим. Это все будет потом коричневое. И вот здесь... Здесь мы еще видим свод. Это, скорее всего, внутренний уже идет такой вот там. Арка это идет. Ее тоже ровненько вырисовываем. И шторка идет отсюда. Здесь просто идет такой просвет. И здесь. Здесь немножко не так. Шторка немножко она сдвинута. Но можем ее и симметрично сделать, чтобы уже все было красиво. То есть мы фактически берем от окна идею самого окна. А уже цвет мы сделаем праздничный, какой мы захотим. У нас будет такой цвет красивый кирпича, красивая яркая зелень. То есть от референса мало что мы оставим, только мы оставляем форму и саму идею. Здесь у нас, вот здесь у нас будет растет такая вот лаванда. У них очень вот эта травка, много ее высаживают. И я даже смотрела, она живая. Какая-то морозостойкая, может кто-то знает, напишите, что это за цветочки. Она похожа на лаванду, но у кого-то она белая, у кого-то она цвета лаванды, такая фиолетовая. Очень красивая. Здесь мы прорисуем такие вот, ну, мохнатые здесь ветки елочек. И вот здесь такой красивый красный рождественский бант. Он у нас плохо виден, но мы все знаем, как рисуются банты. Да, поэтому бант мы... Можем нарисовать его побольше, такой вот такой праздничный, красивый. Я сейчас, поскольку мы рисуем открытку, я все-таки здесь ее, наверное, обозначу, прорисую линером, и мы уберем лишние линии для всех. Рисует со мной, может быть, так будет проще. А здесь я намечу текст. Кто-нибудь со мной рисует или все разбежались? Или кто-нибудь будет смотреть в записи? И здесь я попробую написать. У меня вообще этот эфир такой экспериментальный, я заранее о нем особо и ничего не говорила. К тому же вижу, что многие блогеры сейчас проводят, художники, мастер-классы Женя Липатова. Поэтому мне очень хотелось поэкспериментировать, на телефоне мужа заснять, посмотреть, какое будет качество. Happy New Year. Вот такие вот простенькие буковки я напишу. Надеюсь, у меня с английским, ну, вот так себе подзабывается. Буквы путаю, не знаю почему. Раньше было все хорошо. Вот. Есть кто-нибудь со мной рисует или нет? Или я одна рисую? Ну, зато это сохранится в записи обязательно.
Ну, теперь я обвожу все линером. Так, 0,5, что у меня толстый я взяла какой-то. Так, возьмем сейчас... Где мои... Линеры. Если вы знаете, я линеры редко использую, но вот в таких стилизованных моментах я сейчас все обведу. Не буду. Где цветы, я линером не буду проходиться. Ну, теперь вот главное окно, передний план сейчас прорисуем. Запись я сохраню. Здесь у нас тоже идет толщина. Где какие-то моменты не сильно разборчивые, я их и не буду прорисовывать, потом все маркером. Это такой у меня будет быстрый скетч. Возможно, я потом сделаю speed paint. Из-за этого главное сильно не крутить лист, потому что многие голосовали за speed paint, кто-то за эфир. Ну, будем уже как получается. Сильно не вырисовываю, все, хочется какой-то вот передать скетчевости какой-то больше, как Анна и Гида говорит. Немножко неудобно. Так. Потом этот линер, он практически здесь виден не будет, потому что рама, она будет у нас темная, коричневая, поэтому здесь не страшно, если что-то не так нарисовалось, где-то какие-то перемычки. Прорисовываем наши кирпичики. Здесь будет сильно тоже не будем над кирпичами. Чисто мы их намечаем. Когда уже будем прорисовывать кирпичи в цвете, мы уже посмотрим, как идет кладка эта. Здесь можем немножко где-то какие-то детальки, формы цветков передать. Здесь выделяем наш бант. Кто-то приходит, уходит. Так, здесь уже мы елочку прорисуем в цвете, чтобы потом, если надо будет, мы добавим.
если кто-то со мной рисует, можете что-нибудь у меня спрашивать, или рисуйте со мной, или, может быть, вы записи будете смотреть. Нашу. Так, и здесь будет у нас. Рисуем наши буковки. Буквы я просто какие на ум пришли, так, такие рисую, я не брала нигде. Но есть такие шрифты, длинненькие такие вот. Часто открыточки чем-то похожим подписывают. Привет всем, кто присоединяется. У меня мало народу, я особо сильно не никого мало размещала информации про этот эфир. Ну, в записи он сохранится. Если все нормально, то потом я выложу его на свой канал на YouTube. Я просто сейчас экспериментирую с качеством подачи, с местом подачи, где что. На следующей неделе будет на платформе у меня эфир. Привет, вот девочки знакомые заходят. У меня тут как-то так текучка. То заходят, то выходят. Вот. Я сегодня с Линером рисую. Такую какую-то хочется открыточку новогодненькую. С окошком порисовать. Окошко, которое я сфотографировала в Вильнюсе. Сильно тут не будем прорисовывать каждый кирпичик. Что-то красивое, но нет фокуса. Нету фокуса, ай-яй-яй. А у меня есть. А у всех нету фокуса, кто есть. У меня, я даже не знаю, что поправить, потому что у меня есть фокус. Ребят, напишите, у кого фокуса нету. Но я не знаю, что я могу изменить. Потому что камеру перед началом я протерла, посмотрела, чтобы она была. А, вот уже есть, не было, да, долго не было, вот интересно. Так, ну где-то кирпичики. Хотя тут кладка конкретно вот по этому фото достаточно неплохая, кирпичная. Вот так уже. Где-то тут добавим. И сейчас начнем разукрашивать. Сама еще не знаю, как мы тут будем разукрашивать. Будем экспериментировать. Вот так. Сейчас убираю лишнее. Здесь у нас будут цветы, огоньки, красный бантик. Убираю клячкой. Здесь еще вот у нас шторка. И вот здесь у нас там уже внутри идет. Вот тут где-то у нас висит. Здесь шторка. Я ее сделала тоже симметричную, чтобы она в окошке так. Вот так. Это не сразу, был карандашный набросок, потому что, чтобы с кирпичами, чтобы немножко разобраться с перспективой, правда, чуть-чуть тут я сразу, то есть суть понятна, но
сразу было мне сложно определить, где тут уровень глаз, и в принципе от него уже был карандашный набросочек. А потом я решила, что мы сделаем такую для себя. Ну, поскольку это открытка, то мне нравится именно в открытках использовать линер. В быстрых таких скетчах, когда хочется чистую какую-то картиночку, где можно раз смело все стереть, весь карандашик, и по-быстренькому просто разукрасить. Это и легко, и не напряжно, и достаточно быстрая техника. То есть такая арт-терапия. Медитативная. Вот. Так, значит, я не буду говорить, если надо, могу и говорить, но кирпичные оттенки, ну, смотрим на нашу кладку, да, где-то есть светлее, где-то есть темнее кирпичик. Я пока что возьму два цвета, у меня есть вот 206 и есть 212. То есть я не буду сильно тут в реалистичность. Вот эти вот Style of Life маркер, а вот они, как они рисуют. Вот они как рисуют. Такие достаточно красивые рыженькие цвета, кирпичненькие. Я их купила. Ой, как я их люблю. Почему-то здесь у нас оказалось проблематично их найти. Так, и смотрим, да, внешняя стена, она у нас еще подсвечивается фонариками, если вы скачивали референс. То есть эта стена, она светлее, а эта уходит в нишу, она здесь темнее. Поэтому будут еще какие-то оттенки коричневого, но сильно много я не хочу использовать. Пока что вот смело... Еще потом прорисуем чем-то таким. Тут еще надо учитывать, что швы эти идут. Сначала я таким более светлым кирпичным. Можно где-то еще более светлым пройтись. Так, вот здесь 210 даже. Ну, пока что 206 пройдемся, а потом будем постепенно фактурность наших кирпичиков создавать. Такой цвет настроения, теплый, ассоциируется с чем-то таким теплым. И здесь также по ходу. Референс у меня есть в сторис, и мы начали рисовать, ну, уже 40 минут как-никак, ну уже да, ну можно, ну, будет записи, сохраню в записи анонс. Когда я выложила? Сегодня, наверное, и выложила, потому что это такой экспромт. Я рисую и снимаю на телефон мужа, потому что мой трещит, что-то в нем вечно барахлит, его уже надо менять. Может быть, в ближайшее время я его и поменяю. Поэтому, возможно, что многие анонс и не увидели. Пока что просто я закрашиваю весь наш кирпичик. Сильно на нем большого акцента делать не буду. Но тут кирпич, он тоже занимает свое такое хорошее, важное место. Вот именно это уюта и фактурности. И вот в сочетании кирпича и формы окна, и Рождества... Ой... Как это все красиво и как это все завораживает сказочно. Поэтому хочется... У меня референс достаточно мрачный получился. Опять же, я его сфотографировала на свой любимый телефон драгоценный. Но я из фотографии, из референса хотела взять именно идею, форму окна. Вокруг это кирпичная кладка. То есть не брать из интернета, да, уже готовое что-то все красивое. А здесь немножко подумать, поразмыслить.
Притом я не готовилась, я не прорисовывала изначально. Это тоже такой для меня экспромт. Порисовать окошко. Вот, и цель моя нарисовать все за 2 часа. Вот, фактически мы заливаем все. А вот тут уже будет у нас внутренняя часть окна, она будет потемней. Несмотря на то, что идет и свет из окна, но тем не менее референс нам говорит, что все-таки ниша затемнена, только вот эта вот сторона немножко светлее обычного. Она практически по тону схожа с этой стеной. Вот, пока что одним цветом я работаю. Да. Будут еще эфиры, еще будет на следующей неделе эфир, но кто не регистрировался, регистрируйтесь, а кто регистрировался, тот должно быть, наверное, в рассылке. Мы еще вот только вот я начинаю только вникать в эту всю жизнь с обучением, с платформами, с такими вот серьезными уже моментами. То есть хотим поднять уровень технический, чтобы было всем комфортно рисовать и приятно. Так, тут у нас будет зелень. Пока что здесь не трогаем. Так, теперь я беру потемней. И вот здесь проходимся еще. Здесь затемняем эту часть. Можно даже... Это 210, но он пока такой кажется темный. Вот это вот вообще темное у нас. Оно идет как... Рисуем. И потом создадим еще фактуру. То есть сначала общий тон нашим кирпичиком, да, свет, тень задаем. Потом немножко еще придадим фактурности. Спасибо, кто ставит лайки. Плюс вот тут, допустим, тень, но еще сами кирпичи отличаются по тону, по насыщенности, да. Какие-то светленькие, какие-то есть уже выгоревшие кирпичи, какие-то поярче. Но вот эту нишу мы должны все равно затемнить, она у нас в тени. Закрыта еще плюс от света в самом интерьере шторами. Хоть и в интерьере свет, и из интерьера свет идет, то есть изнутри идет свет, но шторки прикрывают вот эти части, они все-таки темнее, поэтому мы их тоже затемним. А вот здесь еще немножко пройдемся, можно широким долотом, вот к краю сюда еще немножко цвет смешаем, да, все-таки у нас немножко тут и вот такими вот кирпичиками еще подрисуем. И можно теперь вот этим, так, еще у нас есть 212, вот 212 мы выделим наши некоторые кирпичики, да, где-то так. Дадим еще. Все просто, по сути, да, чтобы сделать какой-то уют. Можно сильно тут сидеть и не вырисовывать, прям реализм. А если у вас есть душевное состояние и желание повырисовывать, то это тоже имеет место быть. Я люблю и так, и так. Но нельзя, даже сами иногда, вот, может быть, замечали, что... Может быть, не стоит зацикливаться на чем-то одном. Надо пробовать и разнообразие какое-то искать в разных техниках для себя, стилях. Вот смотрим, да, кирпичик. Он такой неоднообразный. Можем каких-то еще найти там каких-то точечек, сколов. То есть такой вот. Вот эти детальки, они задают, конечно, характер и настроение, уют и тепло.
можно, есть у меня еще 112, и можно немножко проработать. Более светлый взяла 112 и делаю намеки такие на шовчики. Да, шовчики у нас тут тоже у кирпичиков есть, они уже смешиваются по цветам. Под линией делаю. Где-то и цвета добавим, где-то. Так, теперь можно перейти к самой раме. Она у нас тоже идет достаточно такая вот не однотонная, если присмотреться, какая-то центральная ось у этой рамы, она более светлая. Рама у нас темно-коричневая. Например, вот я бы взяла, сейчас посмотрим, подберем оттенки. Самый темный у меня BR10, это уже Sketch Markers. Ну вот можно BR31, BR10 можно взять. Видно хорошо, кто смотрит меня. 51 он совсем серый такой. Возьмем поярче. Берем BR31. И теперь работаем с нашей рамой пластиковой. Да, окна сейчас уже, конечно, уже в домах, даже в самых старых. Мы берем более светлый оттенок. И закрашиваем смело всю эту раму. Сначала мы заполняем весь скетчик наш цветом. Начинать скетч можно рисовать с того момента, который вам больше нравится. Я так считаю. Нравится вам больше начать с кирпичной кладки. Начинайте с кирпичной кладки. Нравится вам больше разработать сначала окно. Но я всегда считала такое, что такой момент вот сделала как-то вывод себе такой, что рисовать начинать, если у вас какая-то композиция достаточно такая большая, объемная, начинать надо с главного. Потому что когда вы, если вы начнете рисовать с чего-то не главного, может к подходу к главному интерес пропасть. Пропадает запал, и уже вот этого вот эмоционального состояния, ожидания от скетча, оно может потеряться. Поэтому рисовать надо с главного. У меня, я не знаю, здесь в данном моменте, конечно, кирпич занимает здесь такую тоже роль, чуть ли не главную, потому что это такое настроение красивое. Кирпич любят все, состаренный, тем более тут кирпич с историей, поэтому мне хотелось начать с него. Делаем такую заливочку, заливаем нашу раму. Рама у нас идет против света, поэтому она такая темная. И плюс еще она в нише. Сначала это будет такой вот более светлый оттенок. Но там есть какая-то центральная такая, как планки какие-то. Уже сейчас я так сложно сказать всю эту там конструкцию, что там. Он тоже, почему я люблю очень рисовать с натурой. Потому что можно взять предмет, который вы рисуете, и его рассмотреть. Все, беру более темный, и вот здесь ближе к краю я чуть-чуть еще оставляю такой просвет более светлый. Да, видите, краю не буду закрашивать. Пусть будет такой, но тоже будет придавать определенный объем. Спасибо, кто говорит, супер, это приятно. Ну, сегодня так, можно сказать, разминка руки. Это не такой прям реализм, это такой больше и стилизация. Такое хочется чего-то легкого, не напряженного. Потому что, когда вела вебинар по вазочке, то там было все
сложнее больше объяснять именно вот и детали, когда ты прорабатываешь реализм, больше нужно внимание на детали обращать. А здесь мы просто отдыхаем, рисуем, болтаем. Сильно не зацикливаемся на проработочку. И вот здесь вот по этой широкой, то ли это какая-то, не понять, как будто, не знаю, в общем, здесь что-то такое вот блестит. Какая-то, мне напоминает какую-то металлическую или что-то тут, какая-то перемычка. Я еще ее потом перекрою. И можно сильно не делать на ней акцента. Вот так вот идеи можно брать. Идете по улице, понравилась машина красивая, куст красивый, лавочка живописная, какое-то красивое какое-то строение, дверь. Фоткайте все, приходите и рисуйте. А то, что вы, допустим, там темно или что-то там не рассмотреть, не буду здесь я сильно прорисовывать, закрасим, не очень оно там нужно. Больше к краю затемним, а здесь все-таки этот просвет будет сам по себе. Там какая-то филенки какие-то, или как будто, вот мне хочется сказать, что там как будто решетка железная, или что-то, какой-то поверх, железный какой-то металлический каркас. А здесь вот хочется без напряга отдохнуть на этом скетче, особенно когда мы сейчас приступим к нашему озеленению. Будет здесь я вот затемню еще немножко, чтобы была какая-то объем небольшой, да, мы же понимаем, что она рама объемная достаточно. Еще раз пройдемся. Теперь я хочу все-таки перейти к нашей зелени. Она такая достаточно зелененькая, салатовенькая. Но мы можем добавить ей немножко лиловых оттенков. Ну вот, не обязательно прям погружаться нам в такой мега крутой реализм. Мы погружаемся в настроение новогоднее. Вот так. Подбираю зеленые. И опять же, я не использую в данном случае много маркеров. Так, где-то мой зеленый, вот он. Самый светленький, зелененький. Вот этим самым светленьким я пройдусь вот здесь. Самым-самым светлым. И тут же сейчас я пройдусь и лиловым. Беру самый такой светлый, вот там такие вот, может, даже остреньким. У кого-то стоят, кстати, там и искусственные такие цветы, но когда я все-таки решила поглубже вникнуть, какие же это цветы, у многих они стоят живые в земле реально, на холоде, на морозе. Не знаю, что это за цветы. Может, лаванда на самом деле, если кто знает. И очень практически у всех украшено все вот этими цветами. Здесь они такие вроде как белые, но на них очень много оттенков, такая зелень по референсу.
на них зелень. Ну, мы сделаем лиловую. А внизу у нас вот здесь будет зеленые еловые ветки и огоньки-фонарики. Поярче взяла на один тон. То есть фактически тут два маркера. Светлый лиловый и такой потемнее, по насыщеннее лиловый. Украшаем вот так вот окошко наше. Здесь уже можно взять пока более темный зеленый, и здесь уже мы будем заливать все. Тут опять же тоже все не видно, где там что. И задаем уже такую форму. Потом еще дорисуем кладочку, где вот здесь у нас не хватает, мы ее потом дорисуем. Сейчас мы я рисую на А5 формате, сложила лист по традиции вдвое. Здесь просто я заливаю, оставляю наш бантик. Потому что тут низ на самом референсе, он уже вообще там не читается, там в ночь, там просто темно. И вот здесь краешку мы уже передаем. Именно еловые такие веточки, можно вот так вот их. Еще подсматриваю, может кто-то что-то спросит, но никто ничего не спрашивает. Запись я постараюсь сохранить. То есть пока что мы просто общий тон задаем и объем. Более темным. Спасибо за сердечки. После нашего марафона, который мы с Дашей проводили, очень много девочек, кто распечатал открыточки. Это очень приятно. И вот я решила, что пока идет такой светлый праздник, как Новый год и Рождество, самые любимые мои открытия.